ребята. О, Еро, и ты здесь. Здорово. А что вы тут делаете? Рисуем тебя. А что рисуете? Я. Меня рисуете? Здорово. А вы знаете, из какой мы сказки? Буратино. А давайте проверим, хорошо ли вы знаете нашу сказку. О, здорово. Даже похоже. Как называется наша сказка? Буратино. Приключения Буратино или Золотой ключик. А что купил папа Карло для Буратино? Первое самое, помните? Что? Два. Точно. А какие монетки были? Он зарыл на поле чудес, знаешь? Золотые. Да. Так он зарыл, и а его эти сказали, что вырастет золотое дерево. Точно. А они украли. А кто украл у Буратино эти монеты? Лиса и волк. А как звали лису? Лиса. Вот Базилио, а лиса Алиса. Точно. А во что был одет Буратино, помните? Кто помнит? Точно. А из чего он был сделан? Дерево. А как звали самую красивую куклу в кукольном театре? Малина. Да, это я. А какую, а кто помнит, какую фразу продиктовала, я продиктовала Буратино, когда он писал диктант? Не помните? А роза упала на лапу Азора. А кто знает, почему она волшебная? Почему? Потому что она читается и справа, и слева. Точно. Ой, какая я красивая, спасибо. Пойдемте танцевать. Кто умеет танцевать? Поэта покорил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Смеши друзей до слез, он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Меня зовут Сео. Я в ресторане Гёза провожу свой день рождения. Вот мои друзья пришли. Мы делали пускали самолетики. Сейчас Мальвина и Перо делают праздник. Вот аниматоры там хорошие. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болел. С днем рождения, желаю тебе счастья, удачи, здоровья. Желаю тебе здоровья, счастья, много денег и машины. И чтобы ты следующее день рождения отпраздновал тут. И еще лучше. Здравствуйте. Сегодня мы отмечаем день рождения моего сына Севы, Гёзы Примасоли на Свердлова 90. Теперь у нас есть замечательная возможность предоставить своим детям участвовать в телевизионном проекте. И не нужно далеко для этого ехать. Гёзы Примасоли всегда вас рады видеть по адресу Свердлова 90. А своего сына Севу я еще раз хочу поздравить с днем рождения и желать ему много счастья, здоровья и успехов в учебе. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем с вами готовить имбирные пряники. Давайте возьмем скалочки. Давайте скалочки возьмем. Надо сначала тесто раскатать. Берем тесто, муки. Кто доброй сказкой входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто не ученый, не поэт?
поэта покорил весь белый свет. Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Злодеям он покажет нос, рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Это мой волк. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как... А у меня олень. Ждем вас каждую субботу и воскресенье на выходных в Гёдзе.